Привет, друзья! Вечером 10 июля на федеральной трассе Кола в Кировском районе произошла страшная авария. По предварительной информации, на 94-м километре магистрали лоб в лоб столкнулись фура и легковой автомобиль Chevrolet Cruze. В ДТП погиб водитель легкового авто красного цвета. По версии очевидцев, красная легковушка выехала на встречную полосу и попала под колеса фуры. Рискованный маневр водителю пришлось совершить из-за другого участника дорожного движения. Сообщается о том, что синяя Toyota RAV4 якобы спровоцировала происшествие, обгоняя всех на бешеной скорости. Информация о пострадавших и причинах случившегося уточняется. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.